Вы знаете, человек бывает вот как-то такой, который излучает какие-то флюиды, которые вы чисто, так сказать, не знаю, эмоционально, там, биологически, очевидно, какие-то такие аспекты, которые приводят к тому, что вы не только очаровываетесь им, но вы чувствуете силу этого человека, который может не только быть симпатичным, не только быть обаятельным и прекрасным собеседником, но и тоже прекрасным литератором, ведь она читает прекрасные стихи, она пишет эти стихи. Они вообще произвели на совершенно неизгладимое впечатление. Знаете, бывает именно человек, о котором хочется только говорить самое хорошее. То есть человек, который безукоризнен с точки зрения человеческих качеств, с точки зрения такой очень высокой профессиональностью, что тоже чувствуется сразу, что мы все-таки ученые видим довольно легко друг друга и умеем распознавать уровень, хотя мы из разных совершенно, может быть, областей,